Итак, сердце любого приморского городка, курортного, пляж. Сейчас я. Ну, пляж как пляж, народу много. Лежаки, зонтики. Все как обычно. И особо ничего интересного нет. Народу достаточно много. Вот выходим к морю. Да. Море, пляж, все как полагается. Это небольшой залив. Наверное, есть и другие пляжи. Искупался. Водичка чистая и потеплее, чем в других местах, где я купался до этого здесь, в Черногории. Единственное, что пляж очень мелкий, как на наших степных озерах, и приходится далеко идти, чтобы зайти поглубже. Ну, а так, в принципе, хорошо. Здесь хорошо с детьми купаться. И они здесь прямо раздолье. Пляж довольно чистый. Как бы и не очень на нем людно, и нормально как-то. Ну, для детей больше подходит. Довольно здорово ограничен вот этими поплавками. Дальше заплывать как бы нельзя. Но, конечно, некоторые нарушают. Вот там виден еще пляж, но он, по-моему, галечный. И на нем совсем немного народу. Еду на велосипеде, который дали мне братья покататься. Вот хочу на нем доехать до Великого пляжа. Мне объяснили, как на него попасть. Сегодня жаркий день. А тут не проехать. Машин понаставили. Ну вот я прибыл на этот самый Великий пляж с черным якобы песком. Песок не черный, скорее серый, похож на тот, который у нас на Аби. Камера у меня сейчас экшен, поэтому приблизить ничего не могу, буду снимать так. Пляж действительно большой. Подойдем поближе к... В общем-то, сейчас еще утро. Народу здесь не очень много. По песку мой велик ехать не хочет. Так что пройду пешком. Здесь место, где нет лежаков. Море мелкое. Нужно заходить далеко для того, чтобы окунуться. Дальше идут лежаки и зонтики. Детей развлекают аниматоры. Ай, ай. Всяческие пляжные аттракционы. Естественно. Говорят, что пляж длиной километров 13-14 до самой Албании. Вполне возможно.
Очень хорошо из-за постепенного входа в воду для детей. Самое раздолье им. Моей мусульманской шапочки многие недоуменно на меня смотрят, потому что местные мусульмане таких шапочек не носят, ну и христиане таких не носят. В общем, непонятно, кто же я такой. Здесь русских по сравнению с другими городами немного. Ну вот он, такой пляж, и пляж без всяческих выкрутасов. Люди занимаются тем, чем должны на пляже. Купаются, загорают, отдыхают. Сейчас я тоже, наверное, искупаюсь, поскольку глупо находиться на море и не купаться. И пойду обратно. Здесь только самое начало пляжа, основном вон дальше. Теплее.
садик.